Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Анри Люсьен Дюссе, французский художник-портретист. Родился в Париже 23 августа 1856 года. Учился у Лефевра и Буланже, а в 1880 году выиграл Римскую премию. В 1888 преподавал в Академии Жулиа. Я пользуюсь переводной Википедией. Его картина обычно представляет собой пикантное и искрометное изображение современной жизни. В высшей степени парижский по стилю, но смелый реализм его ранних работ не сохраняется в более поздних, которые несколько бесхарактерны. Также примечательны его портреты, выполненные пастелью. Его самая широко известная картина «После бала», написана в 1889 году. Был награжден медалью первой степени за пастель в 1889 году и орденом почетного легиона в 1891. Его картина «Вечеринка на коньках» 1893 года была выставлена на Чикагской всемирной выставке или Всемирной колумбийской выставке, которая проходила с мая по октябрь 1893 года в Чикаго в честь 400-летия открытия Колумбом Нового Света. Среди учеников Дюссе были Жюль Бенуа Леви и Уильям Генри Дрейк, живописец, американский художник и иллюстратор. Ну вот так вкратце, данных не очень много из переводной Википедии о французском художнике-портретисте Анри Люсьен Дюссе. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.